Друзі, а ми продовжуємо, постійно говоримо про те, що англійську треба вивчати граючись, так? І взагалі до життя відноситись трошки простіше. Легше та простіше, так. Ми пропонуємо зараз дізнатися більше про настільні ігри. Виявляється, зараз існує чимало видів, з'являються нові ігри. От ми, до речі, поспілкувалися вже з нашим гостем перед ефіром. До речі, давайте познайомимось. Павло Настолкін, аніматор серед настільних ігор. Доброго ранку. Доброго ранку. І виявили, що ми з Владом, взагалі, наші знання зупинилися лише на мафії і монополії. А тут Павло нам приніс, лише невеличку частину, так, з тих ігор, які існують. Розкажіть нам взагалі, що це за напрям такий, настільні ігри. Які види? Так. Видів їх кілька буває. Це логічні ігри, к ним відносять ігри, які, наподобі шахмат, але вже зроблені в сучасне час, вже після 20 веку, в кінці 20 века і 21-го. Є психологічні ігри, їх часто використовують навіть психологи на тренінгах. Есть игры для творческих личностей. Таких три основных направления. Зараз в нашей студии находится несколько игр. Расскажите. Это творчие? Это три направления я выбрал. Угу. Вот Ticket to Ride – это игра «Билет на поезд». Эта игра несложная, но требует, в свою очередь, и логики. И здесь очень много случайностей. По этой игре проходят чемпионаты мира, особенно в Европе. Поэтому, можно открыть и так? Да, можно открыть. Там огромное поле. Тут нужно выстраивать маршруты между городами Европы с помощью паровозиков. Ми так трішечки подивимось, тому що все діставати не... Для від 2 до 5 гравців, да, да. Так? На чемпіонатах вдвоєм грають. 30-60 хвилин. Да. Триває. Це все залежить від чоловіка. А які взагалі в цілому правила? Тобто треба з'єднати міста Європи, да. Так? Хто перший так зробить? Ні, не то, що хто перший, це не значить, що ви виграєте. Нужно правильно це зробити і отримати як можна більше очков. Не факт, що якщо ви перший закінчите ігру, остановите, ви побідите. Ага, тут виходить так, що воно... Воно дуже велике, це багато, так. В довжину, так? Да. Тут ще є ігра New Angeles, допустим. Це теж із сучасних ігор. Но здесь уже присутствуют элементы уже психологии, потому что здесь есть скрытые роли, здесь игроки выступают в качестве магнатов современного города большого, и вам нужно преследовать свои собственные интересы, но в то же время, если игра сама вас победит, вы все проиграете. Поэтому тут надо и взаимодействовать с друг другом, и помогать, но в то же время есть скрытые роли. Плюс есть роль предателя, который должен сделать так, не выдать себя, но сделать так, чтобы игра победила. Супер. Тут написано «Настільна гра про корпоративні інтриги, владу та зраду». Ось так от. Дуже гучна назва. До речі, сучасно. У нас у Полтаві, от ви говорите, що існують навіть чемпіонати цілі. Як в Полтаві розвивається? Є бажаючі грати? Є, звісно, але здесь це ще не сильно не розвито. Я просто зараз, в даний момент, займаюся тим, щоб відкрити клуб. Популяризувати це, так? Покажемо так глядачам. Да, там два поля. Ночной Бирмингем, и это Англия, и дневной. То есть, это представитель классических, логических игр. Это игра для гиков, для людей, кто уже давно в мире настольных игр, кто может тяжелые правила разобрать, кто освоить. А сколько часов потребно, чтобы зрозуміти, як грати, наприклад, в цю гру? Много. На самом деле это очень тяжело, это как высшая математика. Это кажется, что это вроде бы детское увлечение. На самом деле детям очень тяжело в такие игры играть. Для них есть определенный класс игр детских, а в основном даже взрослые люди разобрать правила не могут. Мне тоже это тяжело, мне иногда помогают люди. Особенно в этом получается у людей, кто программистом является. У них склад ума математический, и правила пишут так, они очень тяжелые. Чтобы разобрать все нюансы, плюс уметь правильно преподнести это, нужно быть и психологом, и юристом, и, наверное, человеком, который любит математику. Если взять по уровню сложности, игра «Монополия» и, например, эта игра, там от 1 до 10, сколько в «Монополии», сколько в этой игре? Как небо от земли далеко. Да, от 1 до 10, так? Да, это 100%. Просто «Монополия»… Мафия – это классическая психологическая игра, ее
даже используют на тренингах вот, работники даже правоохранительных органов. Потому что это единственная игра, в которой можно, беседуя, развивать свои навыки ораторского искусства и определение человека, то есть говорит он правду или нет. Их используют на тренингах по продажам. Это, я как бы сказал, мафия — это не совсем настольная игра классическая. Есть варианты ее, их очень много, но самый лучший — это сопротивление. То есть там уже никто не вылетает из игры, а вы выполняете миссии, но суть та же. Угу. От ми бачили на фотографіях, діти, підлітки також цікавляться так настільними іграми. Взагалі відбуваються у нас зустрічі в Полтаві. Чи от розкажіть трішки по графіку вашому. Да, я как бы хожу по кафе з друзями, а буває, що люди пишуть, приглашають. От в салон красоти недавно був. Бувало даже в частный дом приезжал, как бы, ну, пока что я популяризирую этот вид отдыха, это хобби и образ жизни. Кстати, вот когда изучал этот вопрос, я уже много лет этим занимаюсь, оказывается, при раскопках вот даже самых древних цивилизаций находят настольные игры. В Египте, в Вавилоне всегда они присутствуют. Просто нет правил, и уже никто не знает, как в них играть. Но с человечеством от самого начала всегда были настольные игры. Тобто це, можна сказати, вид такого розумового відпочинку, да. І водночас розумова це, якась такий розрядка. Це єдиний вид умственного відпочинку і как бы, взаємодействия між людьми. Кстати, вот, коли ребенок рождається, він через ігри познає світ. А взрослые, хто перестає грати в настольні ігри, то есть он, ну, как бы, я думаю, я уверен, что совершает большую ошибку, потому что именно за настольной игрой, ну, можно узнать человека, очень хорошо отдохнуть, и этот вид отдыха никогда не надоест. Так, дійсно, класно. А щодо цієї гри, про яку ми на початку говорили, тільки To Ride, так, подорож по Європі, так? Да. Ви казали, що проходять змагання, так, міжнародні? Да. Наскільки це на високому рівні, як відбувається, де вони відбуваються, ці змагання? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. На самом деле, развитие настольных игр зависит на самом деле от государственной поддержки, которой, ну, скорее всего, ее особо нет. Это как бы дело компаний, которые производят настольные игры, и клубов. Соревнования проходят вот во всех городах, допустим, Европы, постсоветского пространства, играют в клубах. Есть определенный график. Люди вылетают, остаются победители. Вот, допустим, победитель от Украины, они едут и вот Казахстана, допустим, Белоруссии, и из там других стран едут в Париж, допустим, и играют там финальный этап. И там какой-то приз есть. Ну, Ticket to Ride — это достаточно серьезно. А вообще мека настольных игр — это Германия и США. Там самые большие выставки проходят, и там уже просто нереально много поколений детей выросло на настольных играх. Это самый первый вид отдыха с родителями, и родителям настольные игры помогают общаться с детьми. В другой обстановке это нереально получить, это я вам говорю 100%. Вы перед эфиром казали, что близко 100 игр у вас складывается, да, так? Да. Чи в всі ці ігри ви вмієте грати? Да, я практически во все умею. Есть игры, которые я недавно купил и которые нужно разобраться, потому что тяжело. А вообще у меня было и больше, но я просто не люблю заниматься накопительством. Если в какую-то игру год не играют друзья или лично я, допустим, не зашла, я ее продаю, откладываю деньги и покупаю новую. То есть я не это чисто, знаете, как вот для человека, который там сантехникой занимается, ему нужен дрель, там, да, перфоратор. То есть он это не кладет на полочку и смотрит, как это красиво. Я отношусь это как вот работа, да, работа, и все. То есть есть люди, которые просто собирают игры. Мне это не совсем понятно, потому что они нужно играть. Поэтому нужно в конечном итоге все равно, как бы, это клуб должен быть обязательно, потому что иначе смысл их как бы покупать. Яка ваша найулюбленіша гра? Ну, от последняя, вот это Brass Birmingham, а вообще онлайн я играю в дві настольних ігри со всім миром. То есть, потому что игроков, которые там, допустим, мне были бы конкурентами, нет. Это борьба за галактику и инновация. То есть, ну, бывает токенока играю. Ну, вот у меня в браузере открыты три игры на Board Game Arena. И я постоянно играю каждый день. Просто, ну, это уже, знаете, как вот люди профессионально шахматами занимаются.
так и я. У меня там рейтинг их свой, я как бы... Ну, в основном люди с Азии, они очень хорошо играют. И как бы бывает, я подниму рейтинг и встречаюсь вот с корейцами, японцами, и они просто меня вносят. Как бы. Я сижу и думаю, вот играю уже, наверное, лет 5-7, и я не могу как бы обыграть их. У них там очень высокие рейтинги. Поэтому, как бы, ну, вот так. А шахи, до речі, любите? Да, конечно, я как бы занимался шахматами, но шахматы, как бы, это классические настольные игры и отдельное направление, поэтому я не могу ими заниматься, потому что если я играю в шахматы, это одна партия, полтора-два часа уходит, потому что если уже заниматься ими, то нужно заниматься. А вообще у меня тоже есть приложение, я играю тоже в шахматы. Якщо от порівнювати ігри, наприклад, коли збираються вживу люди і ігри онлайн, скажімо так, в чому принципова різниця? Тому що, мені здається, вживу простіше, ти можеш побачити емоції людини, якщо це психологічні ігри, ігри онлайн. От, да, це хороший питання. Тобто онлайн я граю от в ці три ігри для того, щоб навчитися в них грати. Як от і люди, і всі чемпіони світу, вони грають онлайн. Потому что ты не можешь постоянно... Они катаются, конечно, на международные мероприятия, но, допустим, вот Карлсон, да, у него есть доска эта электронная, и он, допустим, утром встал, кушает, и они играют онлайн. Это как практика такая. Да, это практика. Mm-hmm. А вообще настольные игры, их суть только общение между людьми. Только нужно с людьми играть. И причем очень важно всегда собирать компанию людей одного уровня. Если это новички, то нужно садить всех новичков, потому что психологически очень людям тяжело принимать проигрыш. И уметь играть в настольные игры надо учиться постоянно, потому что люди разные бывают, с разными амбициями, поэтому очень важно как бы подбирать правильно коллектив. И я говорю, надо быть и юристом, и психологом одновременно. Угу. На завершение нашего спілкування невеличкий бліц. Так? Питання ми вам задаємо, а ви кажете перша або друга, так відповідь? Mm-hmm. Тож, Ticket to the Riot чи New Angeles? New Angeles. New Angeles. Mm-hmm. Настільна гра чи гра онлайн? Настольна. Дякую, в принципі, коротко, але все зрозуміло. Да, ну, в принципі, тут дійсно такі порівняння, для кожного вони можуть різними. Ну, давайте останнє, мафія чи шахи? Ну, конечно, наверное, скорее всего... Ну, вообще, это два разных направления, вы сейчас сказали, игры. Але и они все... мне ближе, конечно, психологические игры. Мафия. Потому что, да, я психолог. А вообще шахматы — это игра, которая может принести очень много пользы. Кстати, все люди, кто играли в шахматы, профессионально занимался, они очень успешные бизнесмены. Потому что наперед можно вчитися, да, просчитать. Это очень ходы. Важно, изменить химию своего мозга и уметь просчитывать наперед. Люди, которые не играют в настольные игры, им, ну, как бы это тяжело, они более эмоциональные, да. А все-таки в жизни надо просчитывать. Да, конечно, случайности бывают, но просчитывать наперед очень важно. Так, ось так уміти. Ми копнули глибше і філософію настільних ігор. Виявляється, це не лише як вид розумового відпочинку дуже класно, корисно і цікаво, це ще й може знадобитися вам у майбутньому, якщо ви хочете своє життя вміти якось логічно прорахувати. Так. Дякуємо нашому гостю. Павло Настолкін, аніматор серед настільних ігор, був сьогодні в нашій студії. Сподіваємося, що дуже скоро відкриється повноцінний клуб з настільних ігор. Так. Ми вам цього бажаємо, принаймні. Спасибо.